тут было. А на чем же здесь ездить? Что, на любую машину? Сейчас приезжали, говорю, вот туда ездить. Мы находимся в меловой пещере, и вот хорошо видно, что по мере продвижения такая пещерка, да, происходят сильные изменения. Алексей, я все еще с тобой. Прошу вас. Давно мы выкопали. Где он? Я его выкинул. Куда? Большая. Костер. Ну что там было? Ничего интересного. Вот это. Ну это не вот. Есть. Да. Ну копани, может, потом. Добрый день. Это наша яма очередная. Мы ее тут копали, копали, наконец. Выкопали обручи от бочки. Горшка пока нет. Перекинулась в другую сторону, плюс 69, плюс 86, плюс 81, плюс 47 пошло на убыль, вернемся назад, ну, примерно определим, где 0, вот здесь, вот здесь, вот и будем копать. Глубоко. Меча. Рессора. Клубинца. Рессора. Может, они золотые? Да, пилите, Шура, пилите, они золотые. Для чего мы здесь? Так, что у нас тут еще есть? Поиск 40 минут. Результат вот такой. Улов магнитометром. Две гири, сковорода,
И вы тоже мурдяк. Мам, блядь, просто. Мы едем искать трактор. 28-го года выпуска. 27-го. 7-го. Спереди хлопцы, блядь, которые нам покажут, где искать трактор, блядь. Мама мия. Все, это вы. Реально круто, да? У нас таких не бывает. Но очень жирный. Ничего не вижу. Кто здесь? Кто здесь? Отзовись. Надо его с дороги спихнуть, а то его раздавит. Все, вы... Крот обыкновенный, воронежский. Очень похож на нас, тоже копает. Здорово, друг! Слушай, а что, у него уши такие? Да? Да? Да. Улетела. Ну ладно. О, келья. Ну-ка, зайдем. Да, вот тут монах жил. Вот его столик. Вот его кровать. Ну не знаю, где писел и какал, но вот он здесь жил, вот тут. Тут он и лежит, кстати. Да нет, его, наверное, уже нет. Ну, вот такой быт монахов. Меловых пещер. Ну вот тут у него иконка стояла в этой нише, на этой полочке. Вот он закоптился от свечей. Вот его потолок. А вот здесь он думал. От щите всего сущего. Как же все это наивно и смешно. Продвигаясь по меловой пещере, хорошо видно, что по мере приближения к выходу показания напряженности магнитного поля плавно возрастает. Вот такой треугольничек растет. Плюс 50 уже ближе к выходу. Ну вот здесь скачкообразный. Плюс 3000. Идем назад. Смотрим, где показания будут максимальные. Ну, 1500.
Ну, здесь хорошо видно, что были когда-то ворота. Вероятно, осталось что-то от них. Какие-то штыри бетонные. Вероятно, остатки от ворот здесь.